Он стоит у самой реки Камчатки, главной водной артерии полуострова. И когда попадаешь сюда, вот в такие морозные дни, создается ощущение, что это чудо-башенка только что срублена первыми русскими поселенцами, которые многотрудными путями почти 220 лет назад перебрались сюда из Усть-Илимска и основали село, получившее название Мильково. Это и есть самый восточный в нашей стране этнографический музей. Прежде всего, примечательно само искусно возведенное строение из лиственницы. Рубленые венцы, купол, крытый деревянным лемехом и ажурными крыльями. Создано оно по типу построек, которые ставили русские землепроходцы в 17-18 веках на просторах Сибири и Дальнего Востока. Музей продолжает пополняться новыми экспонатами. На берегу реки Камчатки будут размещены жилища и другие сооружения коренного населения центральной части полуострова. Он станет как бы продолжением уже существующего музея –